Впрочем, несмотря на то, что периодически паре приписывают развод, Кудрявцева с Макаровым до сих пор вместе. И 8 июня 2023 года они празднуют свою 10-ю годовщину, оловянную свадьбу. В честь такого знаменательного дня телеведущая поделилась с поклонниками историей знакомства с мужем. А в качестве подарка супругу опубликовала видео, в которое вошли фотографии из их семейного архива. Кудрявцева призналась, что ее тогда немного испугала значительная разница в возрасте, однако, если бы она в то время послушала кого-то из окружающих и не ответила взаимностью Игорю, то сейчас не была бы так счастлива. Артистка призналась, что даже они с мужем не смотрели так далеко в будущее и не думали, что доживут до оловянной свадьбы. А в итоге 10 лет пролетели как один миг.